Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Crysis 3, мы с психом пытаемся выбраться из места, которое находится между двух огней. Здесь с одной стороны сефы проснулись, их очень много, и они довольно-таки агрессивные. С другой стороны бойцы сел, зачищают территорию. То есть все довольно-таки печально. Так, спокойно, отсидеться чуть-чуть. Что это такое? А, вот, это глушилка была, понятно. Из-за него мы не могли пользоваться своими способностями. Допустим, визором. А местные все мертвы, да? Ну, то есть, видите, здесь уже не гражданские какие-то поселения. Здесь именно военный периметр. Что, с одной стороны, поинтереснее. С другой стороны, мне именно Нью-Йорк нравился во второй части тем, что... Там было ощущение какой-то беды и паники в городе. А здесь уже просто боевик в закрытом периметре. Что тоже довольно круто. Так, ну что, погнали. Откроем эту дверь, которую мы не смогли открыть в конце предыдущей серии. Сцена, конечно, проржавела уже все. Псих, этот поезд полон легко взрывающихся материалов. Что с голосом у пророка? Так, тихо. О, да. Это твой план? Да. Добрый день, ребята. Это капец. Я даже стрелять никуда не буду. Я просто посижу в броне. Вон, мать, мы в метро залетели. Офигеть, офигеть. Мы сейчас убьемся. Да, блокпост после... Тут даже броневик снесло. Не, ну я-то выживу, но псих. Да, давай. В порядке, пошли. Погнали, погнали. Фу. Ну, с постановкой тут, конечно, все круто. Но это было глупо, по-моему. План просто наитупейший. На бочке с взрывчаткой пробиться на территорию врага. Не знаю. Не знаю, как тебе, а по мне это гребаный беспредел. Ну, на то он и псих, да? Так, хорошо. Ну и что у нас в итоге? Куда мы попали? Куда-то вообще уже похоже. Вглубь этого острова, полуострова. Это же все на Манхэттене происходит, я так понимаю. Дерьмо. Дорогуша, твой солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео-1, это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Ну, пойдем. Ну и пора. Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминая о видениях. Ладно? Псих, почему она зовет меня железякой? Это должно было быть смешно, но наш локализатор это все просто упороли в нуля совершенно. Минуса даже, можно сказать. Порабощает нас. Сердце Сел находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его система X. Этот осколок технологии цефов заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у Сел есть ахиллесова пята, она здесь. Ну хорошо. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. Сел дышит нам в спину. Сейчас или никогда. Мы уничтожим Сел сегодня или погибнем. Нет, ну вообще на самом деле то, что у нас два человека осталось, и мы при этом будем переть на самую охраняемую базу врага, это, по-моему, достаточно тупо.
именно с сюжетной точки зрения, с точки зрения здравого смысла. Вообще, мы хотели выбраться отсюда, по-моему, нет? Добро ну, то есть, они хотели, конечно, чтобы я попал в купол. Сел всегда висит у нас на хвосте. А, нет, тут довольно много народа. Пардон тогда. Ты понял суть. Привет, Рагуша, я вернулся. Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Сел, долбят нас цифровой артиллерией. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Черт! Пэп! Рефлекторы для искажения сигнала. Мне насрать! Верните нас в онлайн! Пэп! Боже, Майкл, ну и денек. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... О, нет. Нет, нет. Клэр, это пророк. Выслушай меня. Взгляни на модификации, Майкл. Это Цеф? Или Сел? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого... этого мутанта? Ну ты поосторожнее так-то. Это не просто костюм, Майкл. Клэр. Клэр. Мы здесь уже 5 месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандией. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот, кто изменит расстановку сил. Майор Лоуренс Барнс. Пророк. Карл Эрнст Раш. К вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек. Цеф. Искусственная форма жизни. Невероятно. Лица как живые. Ты у меня не читаешься. Да. Да ладно тебе, чего ты ждал, Лоуренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно, он не может прочесть меня. Вот как. Клэр права насчет риска. Силы много, но она нестабильна и своенравна, капризна. Майкл посвятил тебя в наши планы? Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходно, босс. Мы покалечим Сел навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видения, обрывки. Нам нужно переместить бой в Сел, отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно? Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно? Хорошо. Выдвигаемся. Вот и поговорили. Нет, ну знаете, как-то... Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Буду, ты же знаешь. Это опять убыстрили фразы, чтобы успеть просто уложиться в тайм-код. Сюжет просто скомканный какой-то. Это капец. Вообще не представили, сказали просто пару слов про каждого. Кто такие? Зачем эта мотивация вообще главного героя какая? Я просил тебя не говорить про видение. Ну хотя бы про нас с ней промолчал. Ромео один. У тебя микрофон торчит. Упс. Упс. Ну да. Хорошо, давайте выдвигаться. Псих, ты бы остался, я считаю. О, как красиво. Шторы, конечно, колышутся. Прикольно. Только как-то дергано. Блин, ну эти виды, конечно. Ох, обалдеть просто. Графика много искупает. Ну, выглядит, конечно, все превосходно, но геймплей на все больше и больше вопросов.
То есть даже не геймплейно, а сюжетно, потому что какого черта вообще происходит? Это весь сюжет игры, что ли? Вот ты проснулся, и мы тебя используем, чтобы убить всех наших врагов. На, получи, скотина. Типа такого? Есть еще энергетический Нексус. Это, по-моему, тупо. Система X. Вырубим дамбу, и ключевая оборона Сел накроется. Они не могут переключить питание системы X? Другой сетки. Объясни, зачем им дамба, если у них в системе X бесконечный источник энергии? Избыток? Или что-то в системе X их пугает? Слушай, ну, хорошо. Ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять? Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Она спасла мне жизнь. Так. Жаль, что у меня ничего особо нет на эту пушку. Но пушка хорошая, мне нравится. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. Сейчас придумаем. Не волнуйся. Подвинься. А у тебя самого силёнок хватит? Дал бы мне, но... Помощь нужна? Он не хочет признавать свою слабость, видите? Очень, похоже, комплексует по этому поводу. Но... Насколько все-таки обычный человек, даже спецназер, выглядит неуклюжим по сравнению с человеком в нано-костюме? Так, ну хорошо, моя очередь. О! Пачки. Я в порядке. Значит, остался только я. Твою так. Ромео-1, это командир Ромео. Я беру на себя управление. Мне нужна прямая связь с монитором нано-костюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо. Хорошо, давайте двигаться. Мы тут, похоже, теперь сами по себе. Там уже слышно, кто-то кричит. Порядком их тут. Внимание! Мы поступившие информации. А, твою мать! Вы уверены, что жестянка в этом квадрате? Вы знаете его стиль. Дамба будет основной целью. Мы в мертвой зоне радара Хейдиса. А поддержки не будет. Все зависит от вас, засранцы. Действуйте по плану. Прикрывайте друг друга. Вопросы есть? Временами просто охота раскрыть рот. Так, я слышу сейфов, они тоже тут. Вот она, многоуровневость этой игры. Именно из-за нее она, на мой взгляд, выгодно отличается. Среди всего того обилия шутеров, что сейчас имеется. Так, тут меня никто не заметит. Потому что они глазастые, как я не знаю. Соколиный глаз. Нужно перебраться туда. Полно их тут. Так, хорошо. Пора навести маленькую шухеру, я думаю. Блин, я не знаю, откуда начать. Столько всего вкусного. Ой, нашумел. Пардон. Сейчас, похоже, переиграть придется, потому что меня убьют. Я забыл, что он во время прыжка шумит, как я не знаю кто. Чернокожий.
Понял, да. Как обычно, все очень элегантно прошло. Ну ничего. Ждан. Прикольная штука. Так, пора валить. Тихо. Лучше так. О, да, серьезная сила. Получится отсидеться, нет? Супер! Это, по-моему, было не очень красиво с их стороны. Блин, как бы чуть-чуть не хватает. Ох, как вас много. Технологии будущего, что ли? Что за пушка такая? Неплохо. Так, хорош. Вполне неплохо получилось. Я, честно скажу, хотел здесь все сделать гораздо более тихо, но раз уж так вышло, то почему бы нет? Конечно, показалось. Иди сюда, родной. Да где ты, ёлопала? Еще? Пора валить, по-моему. Окей. Да, здесь было более оправдано такое вот топорное действие. Хотя потихоньку тоже можно было пройти. Но я как-то, как обычно, спалился по-глупому. Если бы я там не упал в самом начале, все было бы хорошо. Ой, что я делаю? Командир Чарли, это пост ЦАП. Дорога на подне. Запрашиваем. Анализ Фултонской дамбы. Сбор и анализ данных о Фултонской дамбе из источников повстанцев. Обзор. Двойные генераторы Фултонской дамбы питают всю систему оборной цел. Отлично. Защита основной цели – энергетический нексус, также запитана отсюда. Уничтожение генераторов дамбы резко сократит оборонный потенциал СЭЛ. Они за это деньги просят, представлять, вот это вот я называю локализацией века. В куполе примерно на 75%. Между Нексусом и энергосетью системы обороны связи нет. Гипотеза. Серьезный риск при соединении двух сетей. Точность понятна, значит, так и нужно поступить. Такое количество орфографических и грамматических ошибок – это достаточно печально. Так, ну что, валим.
пулеметом как-то поспокойнее, да? Хотя о тихом прохождении придется забыть пока. Прекратить огонь! Он убит? Он убит? Трудно сказать. Ну, ребята. Проверь. Сначала ты, придурок. Так, патрончики. Это что такое? Турели, похоже. О, сколько тут всякой пакости ползает. Ну, конечно, убит. Как же иначе? Ромео-1. Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Так, это нам тоже, кстати. Продолжим. Так, что это? Ух ты, снайперская винтовка. Блин, давайте возьмем. Это, я так понимаю, да, это теперь наше основное оружие. Так, ну, возьмем пистолет и пойдем. Максимум защиты. Я не знаю, что это такое, но я думаю, нам пригодится. Вот. Так, хорошо. Довольно много врагов. Если мы сейчас начнем шуметь, то... Я думаю, нам этих 100 патронов не хватит. Но пошуметь, честно говоря, хочется. Пулеметом кто-то. Так, знаете, как сделаем? Мы сейчас эту штуку пока бросим на пол, пусть лежит. Сами пока начнем бедокурить. Глушитель. Готов. Да, блин. Че, парень, напрягся? Сейчас подкрепление прилетит, да? Хорошо, пока что сравнительно спокойно. Отлично. Так, вы идете наверх, нет? Сейчас мы почистим издалека, прежде чем. Да он не ранен, я бы сказал. Блин, что-то во всем этом есть. Не знаю. Не могу сказать, что это дико хорошая игра, но как-то... Определенные моменты по приколу, конечно. И тихо, подожди. Подожди, подожди, родной. Не уходи. Так, теперь. Еще есть? Еще раз. В принципе, нормально. Давай. Хорошо.
Да, пистолет не такой четкий. Хорошо, в принципе, неплохо постреляли. Пойдемте патроны возьмем. Сейчас все равно он гранаты кидает. Отлично. Теперь. Держи, родной. Где мой пулемет? Пулемет, похоже, исчез. На самом деле достаточно печально. Но пойдет. Куда это нас ведет, интересно. Крутое место. Так, все, спокойно, все полностью почистили. Так, подожди. Я же вроде поставил нормальный прицел. Окей. Где она там, я не вижу. Хорошо, пойдем. Спокойная вода какая, да? По-моему, к нам летит вертолет. Блин, давайте возьмем все-таки эту пушку. Самое, по-моему, милое дело. Так вот. Блин, рукояточка тоже закрыта. Вот она, универсальная пушка для этой игры, я так понял. Готово. И все. И все проблемы. Это лучше, чем взламывать, да? Хорошо. Не знаю, баланс как-то не чувствуется, честно говоря. Схватил пулемет. Будь готов. Потому что все враги будут умирать там с полпинка. А к нам идут ребята. Сейчас мы их встретим. Как вот все помято. Это еще откуда? Так, спокойно. Кто где нарисовался, пока я тут ходил? Эти все. Подожди, я не понял. А вон там товарищ у нас. Так, ну хорошо. Это называется зачистка. Хорошо. Смотри, какой, да? Гены. Нельзя, да? Погнали! Проверьте везде, он может маскироваться. Маскируется он очень сильно, конечно, надо заметить. Так, это мне не сильно нужно, ну давайте. Просто нагибает. Нужно ли нам оно? Честно говоря, не уверен, потому что у нас на луке есть взрывные боеголовки. Так, и что я тут делаю? Здесь у нас первое, похоже, да, ядро? Людей не видать. Нашим легче.
Не, с этим пулеметом себя ощущаешь как каким-то, я не знаю, там, терминатором. Т-800. О, как вы серьезные. А, вот. Вот так вот. Перепрограммировать зенитную батарею. Блин, это непросто. На удивление. Да, блин. Это нужно просто приучиться к каждой. Хорошо, еще одна попытка. Кое-как. Ну ладно, зенитка наша. Не с первого раза, конечно. Но пойдет. Что еще у нас тут есть? Ничего, давайте ломать. Ломать не строить, как знаете. Окей, мы внутри. Ромео-1, найдите переключатели и вырубите эту штуку. Черт побери, нет времени. А вот сейчас надо бы пожестче. Ну да, как-то так. Сломал. Это ж какой ротор там огромный. Ну? Минус один. Остался еще один. Это было довольно-таки высокотехнологично. Продуманное такое уничтожение было. Так, подожди, зачем ты его выкинул? Я ничего не нажимал. Три, нет, четыре отряда быстрого реагирования СЭЛ движутся к вам. И у них есть поддержка с вертолетов. Что бы ты ни задумал, босс, поторопись. Поддержка с вертолетов, а как же зенитка? Сейчас у вас тут будет много покойников. Нормально так прошло. Я думаю, им понравилось. Тупо сломал, конечно, это вообще было. Я не знаю, там как-то думал, посложнее будет это. Он тупо ногами, руками разломал, к чертовой матери все. Так, ну хорошо, пойдемте дальше. Кто-нибудь, что-нибудь? Не уверен. Так, а тут что? Можно с воды зайти вообще? Ну, с пулеметом-то. Ух ты. Рыба. Мы уже поломали. Так, здесь у нас еще пулемет есть, надо запомнить, потом прийти, выломать его, когда этот кончится, я думаю. Я так думаю. Потому что, по сути, я так понимаю, пулемет здесь, если в руках у тебя находится, то враги все просто обречены. Хочется как-то скрытно играть, но это, по-моему, круче. Так, это что такое? Несмотря на серьезные достижения в сфере аккумуляции и распределения энергии, большая часть технологий ЦЭФов нам по-прежнему недоступна. Как только программа нанокостюмов получила полностью рабочую реализацию технологии, этот Скотт Раш, уходя, уничтожил почти все результаты исследований и вернул нас в Средневековье. Наши исследования существующих материалов о нанокостюмах весьма многообещающие. Но мы очень ограничены в ресурсах. Зато плоды успеха будут просто ошеломляющими.
Полная интеграция даст цел-контроль над целым спектром инопланетных технологий. За такие знания можно заплатить любую цену. Ну, как обычно, все ради технологий. Не жалели людей, не жалели город целый. То есть посмотреть, что произошло вообще. Но по сути, накажем. Этому, я так понимаю, и посвящается эта часть. Подожди, неужели никого? Это часть игры. В ней Сел воздается по заслугам. Так, здесь у нас тоже ПВО нет. Нет, здесь уже открыто. Ну, давайте сломаем. Ромео 1. Выход энергии Сел 65% и падает. Миссия завершена. Эвакуация из точки Дельта. Двигайтесь туда. Идея. Думаю, тебе понравится. Пророк, ты полон плохих идей. Может, не надо? Сейчас наверняка прыгнет вниз. А, ну еще хуже. Разместите взрывчатку на уязвимом месте. Окей. Неужели никто не вылезет? Мы что-то такого шороха навели. Вырубил нашу энергию. Ничего страшного. Кто есть? Ты один, что ли? Болезный. Хорош. Еще? ПВМ один еще остался, да? Да нет, вроде все. Так, в итоге мы должны попасть. Я ж тебя выкинул. Ромео 1, мы открыли часовое окно на основную цель. На вашей позиции выдвигаются многочисленные войска Сел. Не сорвите эту чертову миссию. На, красавец, мне всегда нравились вертолеты. Но пора валить. О, круто. Обалденно. Целая плотина. Ба, там вообще пошло, смотри, что. Не будь у меня костюма, я бы забеспокоился. Мы это уже проходили. Обалденно. Так, ну что, давайте на этом завершим эту серию. По-моему, было достаточно круто. Хотя, честно говоря, я не понимаю, можно ли назвать балансом то, что есть в этой игре, Ромео, по крайней мере, на обычном уровне сложности. Я регистрирую непредсказуемое поведение эксфильтрации аппаратного обеспечения. Меня зовут Пророк. У тебя нет имени. Имена есть у людей, а у тебя есть позывной и чертов личный номер. Без меня у тебя нет ни единого чертова шанса. Так что работаем вдвоем. Доложи обстановку. Принято. Высотная оборонная система Сел полностью отключена. Но это еще не конец. Думаю, дальше будет только хуже. Сел отступают. Но они все запрутся на базе в Нексусе и постараются превратить весь этот район в огневой мешок. Будь осторожен. Хорошо, так вот, о чем я? Можно ли назвать балансом то, что здесь происходит на обычном уровне сложности? То есть мы взяли один пулемет, и враги резко все умерли просто. По сути, это самая верная, единственная верная тактика, я так понимаю, на этой карте. Можно, конечно, пыжиться, там как-то использовать скрытность, но это оптимальный, то есть максимально быстрый и эффективный способ пройти этот уровень. Остальное это все уже просто из разряда
понтов. Тем не менее, играть довольно интересно. Совершенно неожиданно вот эти вот локации как-то, ввиду того, что на каждой из них по несколько этажей, дарят абсолютно новые эмоции. Но, по сути, повторюсь, игра это, не скажу, что там дико хорошая, просто стандартный такой конвейерный шутер. Не нужно ее переоценивать, который, без сомнения, выглядит достаточно круто. В общем, увидим развитие событий в следующей серии. Надеюсь, вам нравится так же, как и мне. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.